Сенатор Сергей Колбин провел личный прием граждан. Общение с горожанами прошло на площадке регионального отделения партии «Единая Россия». По словам представителя Севастополя в Совете Федерации, многие вопросы носят бытовой характер. Однако среди обратившихся есть и переселенцы из других регионов, в том числе новых территорий. Вопросы, в принципе, стандартные. Это вопросы, связанные с ЖКХ, с благоустройством в дворах. Вот будут обращаться люди, которые надо оказать помощь юридическую по оформлению документов. Это жители Запорожской, Херсонской области. Немаловажные вопросы, с которыми приходили севастопольцы, это получение предусмотренных законом льгот для участников специальной военной операции, а также помощь семьям погибших. Люди уходили на выполнение задачи и на исполнение своего долга, воинского долга, как гражданина Российской Федерации, по-разному. Призывники, мобилизованные, просто сами уходили в добровольческие подразделения БАРС, один их много там сейчас. Вот. И люди пытаются сейчас оформить документы на социальные льготы, на социальные выплаты, которые государство гарантированно сейчас дает семьям погибших, самим участникам. Вот, это связано с финансами, это связано с земельными участками. Вот, поэтому надеемся подключиться к этому вопросу, вот, оказать всестороннюю помощь и юридическую, и практическую.